пройдемся по восьмеркам, убедимся, что все все умеют делать. Дальше уже начнем разбирать элементы и, может быть, ваши вопросы. Так, начнем с самого простого. Прямая восьмерка. Веранус вот так, тели указательных пальцев вперед. Да. Прекрасно. Затормозили. Теперь с мизинца назад. Обратно. Ну, вообще хорошо. Нет. Мизинец клёвый. За спину. Да. Движение идет за счет кисти. Можно еще чуть-чуть сгибать локоть. Обращаю ваше внимание, это
теперь должен опять упасть на большой палец. Да. Перед собой. Да. Перед сюда. Да. Да, ну все правильно. Нет. Одной рукой. И второй рукой. Да. Отлично, более-менее у всех получилось сейчас. Да. Объединяем с предыдущим движением и подхожу к тем, у кого не получилось. Делаем вместе. Первое движение у нас было. Такая восьмерка. Нет. И вот такого положения. Вот этот цель идет первым, перед собой не прокручивается. Да. Отсюда. Он поднимается наверх, падает на большой палец, выходит перед собой. То же самое можно сделать налево. Делаем внизу. Поднимаем плечи, теперь падает на большой палец, выводит сюда и опять опускаем вниз. Перед собой. Получается раз, два, три, четыре. Делаем. Падаем, начинаем. Вот так вот, да? Перед собой. Да. Водой на зритель. Зритель у нас там. Вот. И с этого положения у нас тип большого пальца опускается перед собой. Поднимается со спиной за счет того, что выгибаете локоть. Медленно это сделать сложно, быстро и легко. У вас веер падает, вы руку сгибаете и выдергиваете его. Он упал, дернулся, сам взлетел. Все-таки прокрутов там нет. Там есть только переброс по руке. Прокруты начинаются, если вы с этим поворачиваетесь. То есть вот крутили. Без прокрутов. Повернулись. Здесь просто перехват. У кого получается и на правую сторону, и на левую сторону делать последовательность восьмерок, можете объединять. Что тут есть, друзья? Вот еще получается. А, у нас... А вы еще забили? Руки тут как бы по диагонали. То есть, допустим, начинает правая рука. Начинает, доходит до сюда, и здесь выходит левая. Получается, правая снизу за спиной, левая сверху перед собой. О, вас спрашивает путь! У этого элемента очень четкий ритм такой. Раз, два, три, четыре. И веера вместе идут вниз. Пацаны, вы, по-моему, забивали, а еще про меня что-то говорите. Ванну с трех лет не добираете. Ну да, если кто-то уже заучил делать вот здесь вот перехваты, то может быть проблематично. Ты что бы сделали?
С прокрутами получилось сделать, да? Можно, но сложно. Там легче на большом пальце просто восьмерку обратно. Ну, на мой взгляд, потому что у меня с вот этого положения получается, тебе нужно поймать идею, чтобы он сделал оборот на большом пальце вот в таком положении. На мой взгляд, это сложнее, чем сделать вот так. Я не спросила, как надо. Держишь вот так, просовываешь большой палец. Скрывать сало. Нет, ты его не отпускаешь, в том-то и дело. То есть так, просто руку поворачиваешь. Да. И отсюда. Да. О, ну давай, давай. Девчонки, там не нужно чудеса калибристики, и не надо вот в таком положении веер крутить на пальце. Это сложно, поверьте. Да мне все равно. Обратно по очереди. Потренировать кисти вот таким движением. У вас восьмерки над головой, руки расходятся. Для начала не обязательно их здесь сводить прям вместе, таким вот образом. Можно просто вверх, вниз, вверх. Самая синхронизация, когда правая сверху, левая снизу. Правую отправляем на восьмерку здесь, левая делает прокол. Слева, внизу. Чего? Да? А все, я узнал все. Я не знаю, как это. А что еще собрать? А прокрут сзади один или два? Один. Один.
все говна поливали. Покажи человека после армии, который сказал, армия это вообще ништяк, меня всему научила. Я он скажет, я такой говна, там капнул тебе ложки. Ага. Какую кастрюлю ты его сожрал? Здесь поймали? Да, да. Перехватили, как мы это делали. Большой палец. Повернули. Вот он. Походу форма легкая. А он у него что-то вообще плохо не было.